опять же, в советское время был совсем другой принцип организации здравоохранения, ну и жизнь была совсем другая. Но что позитивного в наше время? В советское время мы были социально инфантильными, а сейчас подрастает поколение молодежи, которое более прагматично, более агрессивно и более четко понимает свои ценности. Угу. Мне, например, нравится в современной молодежи, что они все, особенно деловая часть, не та вот, которая там не нашла себя, они занимаются спортом, они за этим следят, они посещают врачей, их не надо гонять, иди проверься. Вот, потому что он знает цену своему здоровью. То есть цена здоровья начинает приобретать вот ту реальную, осмысленную для каждого из нас значение, нежели тогда. Вот мы все сейчас стенаем. Ну, это опять же на инерции сознания идем. Вот дайте нам бассейны, дайте нам спортивные площадки. Да, боже мой, в нашем московском дворе хуже стало, когда мы начали приобретать автомобили. Но без этого уже тоже современная молодежь просто себя не мыслит. И правильно. Вот. И заставили наши бывшие коробки внутридворовые автомобили. Но все равно в Москве возможности заниматься физической культурой, но не спортом. Я никому не советую заниматься спортом, хотя сам им занимался. А вот физической культурой, здоровым образом жизни должны заниматься все. –